Всем здравствуйте, подписчики и подписчицы! Вы на канале Мистер Драйстер, и мы начинаем смотреть Undertale и Deltarune. Что будет, если выпить Milky Way, водку Марс и закусить жареным снегом? Звучит странно. Пиво Milky Way, водку Марс и жареный снег. Жареный снег нормально, но водку Марс и Milky Way. А он еще и все 1 апреля, еще вот этого апреля. Джош Брайан, ты просто красавчик. 1 апреля всем это... Сейчас будешь там шутить шутки. Ладно, перейдем. И перед тем, как мы начнем, обязательно поставь лайк, подписку и нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. То есть не подписку, а подписывайся. Там видишь красная кнопка. Там видишь красная кнопочка внизу. Ну ладно. Давайте начнем. Так. Что будет, если выпить Milky Way и водку Марс, чтобы и закусить жареным снегом? О. Поехали. Deltarune. Пилки Milky Way, водка Марс, Стоп. Пилка Milky Way, водка Марс, жареный снег. Я... Надеюсь, вам не слышно, потому что у меня сейчас там ремонт идет. Да. Ваш желудок. Нет, ору просто. Алкомаркет. Ваш желудок и алкомаркет. Что может объединять алкомаркет и ваш желудок? Правильно, пиво, водка и жареный снег. Нет, камера, ну ты чего? Я тебе чуть-чуть не привлекательный, что ли? Я должен быть смешным. Я должен быть самым смешным. Все, давайте начнем. Ой, продолжаем. Так, продолжаем, говорю. Как за один раз? Телек. Ух, что сейчас начнется? Воу-воу-воу-воу-воу, потихо ты. Фига себе ты залплом. Фига себе. Водка водкой. Алкоголь вредит вашему здоровью. Не рекомендую пить все это. Фига себе штырит. Воу-воу-воу-воу-воу. Стоп. Штырит. Помогите. Сейчас я немножечко так снизу качество. Извините, но... Ну, блин, он просто лагает очень сильно. А когда лагает, мне неудобно смотреть. Поэтому... Что? Что его сейчас произошло? Его штырит прям. Не понимаю. Ох ты, батюшки мои! Привет, я Санс Гастарбайтерович! Ух ты, батюшки! Стоп! Спойлер! Это же спрайты! Юху! Спрайты прошлых видео, или, наверное... Это, наверное, спрайт прошлых или не прошлых, может быть, будущих видео. Я не знаю, то я заспойлерил или нет. Ну, его реально штырит. Мне нравится. Джош Брайан, ты молодец. Ему реально так штырит вообще. Офигеть. Автоматы. Супер. А, Тэмин радуется. Новый год. О, нет. Надеюсь, вам... Нет, наверное, на вас будет очень не видно, поэтому сейчас включу качество. Очень хорошее качество. Нет. 1080 разрешение. Все, поехали. Ой, съедает. О, нет, ребят, он лагает еще. Стоп, подождите. Вот.
Вот. Воу! Фига себе штырит. Воу. Нет, ну ж... Нет. Все, все взорвалось. Это была моя наихудшая идея. Надо обязательно повторить. О нет, не надо. Нет. Солнце светит прямо в глаз. Тот, кто первый, хуже нас. Вы пишите, я первый. Все же лайки на хлебас не намажешь. Пейте пиво, Milky Way, будет детям веселее. Нет, вы противоречите самому себе. Водка Марс и жареный снежок. Не забудь, орешки стань, дружок. Я ору просто. Я, вы пишете, я первый. Как переводится имя Наклз? Костяшки, костяшки их. Конец. Так, ребята, следующая реакция. Это у нас что будет, если объединить Undertale и Deltarune? Смотрим. Так, я не понял, что не работает-то? Все грехи Undertale. Эй, ребята, слышали про Deltarune? Если еще нет, бегите на deltarune.com, скачивайте и играйте на халяву. Достижение открыто. Стать худшим персонажем Undertale, Альфис. И тогда спойлеры вам будут не страшны. Я играл. Спасибо за просмотр. Санс! Он назвал меня худшим персонажем Undertale. Ничего, сейчас мы подойдем и ему накостыляем. Красава. Ладно, перейдем к делу. Что будет, если объединить Undertale и Deltarune? Очень интересно. Давай. Это... Мама. Это сколько у него там спрайтов-то? Ну ладно. Да. Молодец. Undertale открываешь. И Deltarune открываешь. Сервер программ Undertale. Undertale. Deltarune. Вот это мне нравится. Вау. Это самая лучшая реакция за всю мою историю. Ну, здравствуйте. Так. Давайте посмотрим, что у меня в ящике есть. А, ничего. Так, есть какая-то клетка. Опа-на. Разделение. Эй, Дылда, это моя игра. Исчезни. Что-то я не вижу на ней твое имя, коротышка. Будет выеживаться. Будешь выеживаться, я натравлю на тебя торьку. У меня тоже есть торька. И она круче твоей. Зато в моей игре есть гекообразная Альфис. А в моей игре есть Альфис совсем геканутая. Но у нас есть Андоха зубастая белуха с одним одной лазью. А у нас Андоха зубастая белуха с двумя одноглазьями. Что-то стрёмно выглядит. А нет, нормально выглядит. Ты хоть смотрел на нее? Она какая-то стрёмная. Да нет? Ух ты, батюшки. Гражданин, пройдемте для выяснения наличностей. О, батюшки. У нас... А еще у нас есть милашка Азриэль. А у нас есть очаровашка не Азриэль. Зато у нас есть слащавый красавчик. О, Метатон, здрасте. У нас тоже есть свой слащавый красавчик. О, да, это тот с тупыми ловушками. О, боже, какой мужчина. О, нет, не надо. Нет, ну не надо. Нет.
Вы портите мое веселье. Ладно, вот тебе самый главный козырь моей игры. Асгор, да? Асгор. Узри, величайший шутник в мире, Санс Гастерич. Хорошо. Вообще-то у нас тоже есть этот... Это Лансер, Лансер. Что? И разве я не самый уморительный чувак в игре? Лансер. Ваш штраф за неправильную парковочку. О, а это у нас король. В общем, у нас есть тут... У нас тоже есть этот твой Санс. А чё сейчас будет? Шутки, да? Эй, чё как? А ты чё на меня чекаешь? А я ничего. Ты первый чекнул, ты дурак ничем. Ты говоришь на меня, переводишь на себя. Перевод не получился, на тебя скелет свалился. Я чуть не сдохнул. А я на завтрак съел батон весом в 20 лишним тонн, центнер сахара, песка, 200 ведер молока. А затем пошел в сортир, поясницу надломил. Что сказал скупой скелет в день своего рождения? Не знаю. Зови гостей поглодать... Зови гостей поглодать гостей. Заткнитесь! Так, а здесь Сьюзи. Я вижу Сьюзи. Пик. Пиучик. Вау, мне нравится. С меня хватит, если ты не хочешь уйти по-хорошему. Вау. Тогда я уничтожу тебя. Чё-то страшно. Ты так и не понял. Чара. Я это ты. Чара, уровень 20, 99. Вау. Вау, Крис бросает вам вызов. Битва, действие. Давай битву, действие. Дать ему в морду, кинуть об стену, накормить землей. Представляю, накушать земля, ну спасибо. Нифига себе. Сальтуху. О, Гастер, здорово. Мамочка, почему камера смотрит только на нас? Потому что бюджет этого фильма 25 рублей. Да, в таком дешевом трешаке камера всегда смотрит не туда. Никто не возражает, если откушу автору лицо? Нет, спасибо. Он нам еще нужен. Возражаю. Черт, я первый кусаю. У вас вот есть. Звуки няшного чахания. Ням-ням-ням-ням-ням. Файт. Файт. Я устал. Вот почему наша игра лучше. Ведь в таких случаях вы нас выручает оно. Что это? Нет. Пейте пиво Milky Way, будет детям веселее. Нет. Наоборот. Это водка Марс. Если пьете водку Марс, зашибено все у вас. Прикольно. Оу, е! О, нет, не надо. Все сдохли. Тото орешки каунт. Undertale Дельтарун. Овер 9000, овер 9000. И победил... Undertale. Paint.net. Хороший, плохой, главное, у кого Paint.net. Конец? Ладно, ребят. И последняя реакция у нас на что Undertale. Что будет, если открыть подарки? Смотрим. О, как я эту люблю, фарм. Так, давайте вот так пропустим, подождите. О. Некоторые подарки адресованы от Санты и местным жителям. Блин. Вот я люблю, когда нужно вверх-вниз, вверх-вниз идти. Ну, то есть, зажимать вверх и вниз. Так, блин, извините.
Вы тщательно смотрели подарки, но не нашли ни одного с вашим именем. Возможно, вам лишь нужно подождать до праздника? Или нет? Или может быть? Чару, я вижу чару. 2000 какой-то год, 31-е, кекабря, пум-пурум-пум. Ух ты. Наконец-то пришло мое время. Я видел в раковине чару. Он рядом съел куснул. Нет. Нет. Дебил. Еще, блин. Телевизор убрал. Ну ладно. Кажется, все уже разобрали свои подарки и ушли праздновать. Но Фриску никто не... О, не плачь. Неужели вы останетесь без подарочков? Хоу-хоу-хоу. Флауи, вижу флауи. Снимаю в мае, а праздник уже прошел. Няу-няу-няу-няу-няу. Я вижу Маффет. Маффет я вижу. Я вижу Маффет. Че? Ладно. А вот и я, детишки мои. Йоу, это же настоящий Санта-Клаус. Но ведь это просто Асгард в костюме из цветной бумаги. Ну-ка, цыц, не спойлери. Так, не надо. Я принес этот мешок подарков самому лучшему ребенку года. Нашему спасительному и выручательному маленькому герою по имени Фриск. О, финишер. Paint.net. Так, вижу вот это, вижу... Я видел знак этого Джош Брайана. Так, это у нас... Что это? Надо потом посмотреть. Ах ты, гадки! Ту-ту-ту. Так, чару вижу. Снова. Пью-пью! О, это у нас... Это отсылка... Кому? О. Так, стоп. Ребенок спас мир и шоколадки. Храбрый пацан по имени Писк или как-то там. Храбрый пацан по имени Писк и как-то там. Почему Писк? Я ору. Или как-то там защитил мир от нападения чары волчары. Новое средство для похудание от Метатона Альфисовича. Альфисовича. Подожди. Альфисович. Альфисовича, это у нас что? Нет, Альфис не... Нет. Каждый день я мажу этим свой... Фу, не надо. Бля. Мне сейчас вырвет. Герои вручили кухиш без масла и послали на 9 букв. Так как до этого герой отличался тем, что съел больше одной конфетки, никакой герой не справил такой проступок. Короче, убил человека, простили. Ограбил банк, простили. Съел больше одной конфеты, все, в тюрьму на 9 лет. Нет, пожизненно. Пожизненно на... На 9 лет. Пожизненно в тюрьму. Далеко от твоего города. Облитый цветок. Король Асгард Папирусович поливает цветы своей лейкой. Неожиданно. Стоп. Нет, он не может быть с лейкой. Нет. Все что угодно, только не лейка. Неожиданно обнаружил, что один из них живой. Че творишь, котел? произнес этот цветок. Нормально. Мне больше понравился вот этот храбрый пацан по имени Писк. Так, а это у нас пиво Milky Way будет детям веселей, наоборот нет. Пью, пью. Во. Давай, вручай, это ваши подарки. Ну уже идите, открывай свои подарки. Пью. Получение подарков. Начинайтесь! Ой, матюшки.
Ладно, давай первый подарок. Послушному детятке от любящей приемной матери. Ой, блин, это так мило. Это вязаный свитер и новогоднюю шапочку. Вау. Чё? Лучший мой друг и поклонник от величайшего в мире скелета. Попарился. Чё? Спагетти? Я бы обрадовался. Внезапно это были спагетти. Я знал, что тебе понравится этот подарок. Ай, ладно. Чё это? Великодушному детёнку от любящего приемного отца. Вы получили батины трханы. Тросики. Красава. Факи. Мелкому паршивцу от офигенно крутой воительницы. О, артефакт. Я бы его взял. Это очень таинственный артефакт. Да зачем? Зачем? Я бы его... Чё? Еще факи. Наглому шипстику, который рос грязными лапами в моем холодильнике. А вы что, хотите кушать? Это не я писала. Да, это не она. Нет, это она, Альфис. Это медицинские перчатки. Ими можно изобретать розыск. Вау. Оу. Фингал. Малому от старшего, чтоб повзрослел быренько. Праздничный пирог уже готов. Фриск еще не открыл все подарки. Это что они такой? Че? Вау! Упс, не тот журнал. Оу, май! Сейчас. Надо, блин. Вот, теперь все супер. Горячие монстры цыпочки, вау. Дети, закройте уши и выключите звук этого видеоролика. Нет. Санс. Я тебе сейчас жопу порву на фашистские знаки. Ноль, чё? Самому преданному фанату от его обожаемого кумира. 0011. О, нет, нужно еще и шифровать. Блин, тут нужно уже шифровать. А мне как-то лень. Вау! Это гламурные сапожки производства МТТ об утки. НТМ. Вау! Красава! О, Маффит. Дорогуша, цвет паучьей общины. Фриск лучший! Фриск, няшка! Фриск, крыск! Паучки хором поздравляют вас. Может быть, хватит уже записывать реакции? Ну что это? Помогите, пожалуйста. Зачем мы съел паучков? Хотя они вкусные же. Это же паучий пончик. Я как понимаю, они же сделаны из пауков, так что они должны быть вкусные. Ну ладно, давайте продолжим. Самому прекрасному человеку. О, это Азриэль. Флауи. Этот золотой цветок. Вау, прекрасен. Он прекрасен. Как? Будущему мертвецу от немезиды. А, это Ачара. Это какой-то пиксельный нож. Что-то опасно. Прям в пятую точку. Прям в пятую точку. О, три зуба, фу. Чё? Герою-целителю от всех тем и темов.
и даже Боба, и вот от них тоже я. Это у нас что? Это свеженький жареный синек с приправой от хлопьев тем. О, нет, не ешь. Я ж сказал тебе, не ешь. Все. Наркомания пошла. Все. Так, нарисовал. Гав. О, это у нас Тоби Фокс. Что? Неужели это... Полная версия Дельтарун на полностью русском языке. 18+, запрещено для детей. Чё? А вы будете ждать еще 7 лет? Ох ты, Троллфейс. Ах ты, блин, козёл. Что ж, Фриск, ты действительно заслужил себе в подарки. А теперь пойдем бухать. Зачем? Так, это кто? Кого из вас зовут Фриск? А ты еще что-то мурло? Для своего народа я герой, а для вас... Я угрюмый мертвец, Дед Мороз. Нормально. Хорош. Я принес подарки из моего мира вашему Фриску. Только я вам их не отдам, потому что у вас документов нету. О, это у нас к Простоквашино, да, относится? Немедленно отдай подарки ребенку. Или что? Или я напою тебя до поросячьего визга. Чего? Ух ты, батюшки. Бутылку за маму, бутылку за папу, бутылку за дедушку Санту. Нет, буль-буль. О, oh, yes. Герой из параллельного мира от принца из тьмы. А, это у нас Ралзей. Ральзей. Вы получили графонистый шарф. О, oh, это так мило. Какому-то шпендику, который я даже не знаю. Что это? Это смачный пиндель. Почему все так ржачено? Yeah. Жалкому клоуненку от великолепного мерзавца. Это у нас... Это печенька? Вау. Это у нас же... Подождите, это у нас же... Это... А это Лансер. О. Как... Какой еще Виндингс? Это ключ от какого-то бункера. Серьезно, на нем так и написано. Этот ключ от какого-то бункера. Лучшему собутыльнику. Вау. Пейте Milky Way, Марс. Новый гон придет прямо сейчас. Нет, не надо. Помогите. Двенадцать ровно. С Новым годом, с новым счастьем, с новым запахом штанов. Праздником! Поздравляю всех! Почему все поздравляют меня? С Новым годом! А мне кофе и 2 кусочек сахара. Заткнись, Гастер! Счастья вам, дорогуши! Мои наилучшие пожелания. Алк, бухать! С Новым годом! Слава лузерам! Поздравим все такое. А, да потребует с нами хаос. Гав-гав, поздравляю. С Новым годом, уважаемые зрители! Так, Флауи вижу.
Луна взорвалась. Конец. Ну ладно, на этом мы закончим. Да, я сделал 3 реакции в одном видео. Но это же круто. Это же смешно. Джордж Брайан, ты молодец. Продолжай в том же духе. И оставайся на позитивном. Продолжай. Это круто. Это круто и прекрасно. Так. Ладно. Если вам понравился ролик, поставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Вот эта красная кнопка должна быть уничтожена вот прям внизу. Она должна быть вместо красного стала серой. И нажмите на колокольчик, чтобы он звенел так, чтобы не пропускать мои свежие видео. Хотя мои видео выходят 4 дня, один раз в 4 дня. Они по-разному выходят, хоть в неделю, хоть в месяц, хоть в каждый день. Ну ладно, ребят, это у нас были 3 реакции в одном видео от Джош Брайана. Фух. Что я хочу сказать? Блин, я даже не могу сформулировать предложение. Вот то, что создал Джош Брайан, это великолепно. Это великолепно. Это просто супер. Ладно, ребята. Всем удачи и всем пока-пока.